Комитет выступил с законодательной инициативой внести некоторые изменения в градостроительный кодекс. Речь идет о совершенствовании норм при реконструкции и реставрации объектов культурного наследия. Законопроект предусматривает упрощенную госэкспертизу проектной документации памятников истории и культуры. Возьмем храм, огромный храм, древний. Надо изменить, допустим, купол, отремонтировать. На сегодняшний день требуется по закону сделать проектно-сметную документацию на весь храм, на все здание. А мы сейчас вносим изменения так, чтобы проектная документация составлялась только на купол, который требуется на сегодня отремонтировать. Обсудили депутаты еще один важный вопрос – получение высшего образования действующими педагогами. Учителей, имеющих только среднеспециальное образование, призывают бесплатно за счет бюджета в Брянском государственном университете получить высшее образование в заочной форме. Соответствующее поручение уже дали руководителям отделов образования. Проанализируйте все, каждый, сколько у вас педагогов со средним профессиональным образованием. Направляйте их на обучение. Не наставничество – это хорошо, не повышение квалификации – это проходит каждый год. А для получения высшего профессионального образования заочно отправляйте людей учиться. Комитет обсудил и другие вопросы повестки, в их числе поступившие из Госдумы проекты федеральных законов, вход подписки на объединенные городские и районные газеты, а также предложение депутатов в законотворческий план Думы на второе полугодие. Артемий Маркелов, Сергей Дюков, события Брянск.